Дороги к садам на Победиловском тракте начали приводить в порядок. Их градируют по инициативе Союза садоводов России. В общей сложности в этом сезоне планируется выровнять более 500 километров дачных дорог по всему городу. В июле грейдирование началось на Победиловском тракте. Первый объект – дорога, ведущая к товариществам «Автотранспортник», «Лесная поляна», «Золотая осень», «Торфяник», «Починок» и «Мебельщик». Всего же с Союзом садоводов России, председателем которого является Олег Валенчук, на Победиловском направлении планируется прогрейдировать более 100 километров дорог к 47 садоводческим товариществам. Мы запланировали в этом году 500 километров отгрейдировать по всей области. Я думаю, что это нам по плечам, мы сумеем это сделать. Более того, в основных больших анклавах, где действительно дороги используются очень часто, мы будем стараться делать по два градирования в сезон. Я хочу сказать огромное спасибо Союзу садоводов России за проделанную работу. Они каждый год нам дорогу градируют, помогают нам. Большое спасибо. И еще хочется сказать, что в этом году у нас будет праздник, День садовода, 31 июля. Мы хотим пригласить в гости Валенчука. В этом сезоне, благодаря хорошей погоде, работы начались уже в мае. За два месяца техника Союза садоводов побывала в Кирово-Чепецком районе, в Нововятском районе города Кирова и на Советском тракте. На сегодняшний день прогрейдировано 235 километров дорог, ведущих к 115 СНТ.